С начала года на дорогах области совершено 327 дорожно-транспортных происшествий. Из них 113 связаны с наездом на пешеходов, практически каждая третья. При этом только в 25 случаях пешеходы были виновниками аварии. Помимо рейдов, направленных на повышение водительской дисциплины, стражи порядка работают над улучшением дорожно-транспортной инфраструктуры. Ее состояние – один из факторов безопасности движения. С прошлой недели на оживленных улицах Петропавловска возле учебных заведений и мест массового скопления людей начали обновлять дорожные знаки. Для обеспечения безопасности детей департаментная полиция совместно с акиматом проводится работа по улучшению условий дорожного движения. На улице дорожности областного центра установлено 46 пешеходных переходов, оборудованных активными дорожными знаками со светодиодной подсветкой. В настоящее время проводятся работы по обновлению дорожных знаков на активные светодиодные на 10 пешеходных переходах. Светодиодная подсветка делает знаки более заметными в темное время суток в любую погоду. Это особенно актуально зимой, когда учащиеся первой смены идут на занятия, на улицах еще темно. Дорожные знаки поставили, вот сейчас вот и пешеходный переход сделали. Сейчас все нормально, дети идут, когда вот все равно больше внимания обращают, когда уже она моргает и горит ночью особенно. Вот. Ну, хорошо сделали, потому что у нас дети здесь ходят. У нас дома, здесь новые дома строятся, и супермаркет стоит рядом. Вот, магазины здесь все рядом. Пешеходных переход очень нужен. Полицейские представители областного акимата ведут совместную работу по улучшению условий дорожного движения. Перед новым учебным годом возле школы колледжа было установлено 15 дополнительных искусственных неровностей. На дорогах регулярно появляются новые, ремонтируются действующие знаки, наносится дорожная разметка. Камила Карим при содействии пресс-службы областного департамента полиции.